Для элемента спецкок не обязательно садиться на поперечный шпагат, но нужна хорошая растяжка в складке. Поэтому рекомендуется отдельно тренировать складку. Для этого сядьте на пол и расположите ноги впереди перед вами. То есть ноги должны быть разведены широко, но не до состояния шпагата. Далее попробуйте наклониться вперед с прямой спиной и положить живот на пол. Для увеличения нагрузки положите ступни на возвышение. Наклонитесь вперед и положите живот на пол. Глубоко дышите. Сядьте на пол около пилона и упритесь в пилон плечом. Выпрямите одноименную руку и возьмите за пилон хватом Twisted Grip. Опуститесь на пол, не теряя контакта с пилоном в плече. Попробуйте зацепиться верхней ногой за пилон и опустить ее вниз, до уровня локтя. Полежите в этом положении. Попробуйте повторить все то же самое, не помогая себе свободной рукой. Во время выполнения спецкок не оставляйте верхнюю ногу высоко наверху. Попробуйте опустить ее вниз, примерно до уровня локтя. Помните, что чем выше остается ваша нога, тем лучше должна быть ваша растяжка. Представьте, что ваше тело образует с пилоном треугольник, а не прямую линию. Итак, возьмите за пилон хватом Twisted Grip и выйдите в стойку. Согните ногу одноименную в верхней руке, подведите ногу к пилону и возьмите за пилон лодыжкой на уровне локтя. Подтяните тело к пилону, уведите пилон за шею и упритесь в него плечом. Поменяйте хват нижней руки, затем, подтягивая себя к пилону нижней рукой, уведите свободную ногу за пилон. Выведите нижнюю руку вперед так, чтобы пилон оказался на уровне подмышек, или глубже, если вам позволяет растяжка. Отпустите руки. Чтобы выйти из элемента, возьмитесь прямыми руками за пилон. Аккуратно выведите верхнюю ногу из-за пилона, опустите ее вниз и, немного развернувшись в сторону нижней ноги, выйдите в положение балерина. Мне нравится этот выход, потому что верхняя рука сгибается в локте, и поэтому она не оказывается у вас на пути, когда вы стараетесь взяться за пилон лодыжкой, как это происходит в случае с прямой верхней рукой. Итак, выйдите в аишу любым удобным для вас способом. Уведите пилон за шею и упритесь в пилон верхней ногой как можно ниже. Поменяйте хват нижней руки. Подтягивая себя к пилону нижней рукой, уведите свободную ногу за пилон. Выведите руки вперед, сначала в нижнюю, потом в верхнюю, и задержитесь в этом положении. Встаньте спиной к пилону, упритесь в пилон плечом, выпрямите одноименную руку и возьмитесь ею за пилон хватом Twisted Grip. Возьмитесь нижней рукой за пилон, пальцами вниз. Сделайте замах ногой одноименной верхней руке. Думайте о том, что вам нужно будет зацепиться верхней ногой за пилон как можно ниже, на уровне локтя, а не кисти. Итак, сделайте замах и возьмите за пилон лодыжкой. Поменяйте хват нижней руки. Уведите свободную ногу за пилон. Выведите нижнюю руку вперед и отпустите руки.